танец действительно может передать все. От состояния природы до мучительных внутренних конфликтов реального человека, который испытывает острую потребность в идеале, рождает его в своем воображении. Его преследует желанный образ. Но, как бывает, встречаясь с ним, мы боимся раскрыться, дать волю чувствам.
кажется, что ни одно искусство не в состоянии с такой силой наглядности, как балет, раскрыть мир, что часто называют стихией чувств человека.